Как переливать кровь под шквальным огнем, в антисанитарных условиях извлекать пули и несколько часов не отходить от операционного стола. Все это, к счастью, они знают только по рассказам преподавателей. В строю 2000 белых халатов. Вопрос, что их заставило выйти на вахту памяти, даже неуместен. Служил прадед, прошел до 43-го года, был медиком, между прочим. Мы уже второй год в этом участвуем, и когда мы подходим к мемориалу Славы, это, конечно, неописуемые чувства. За годы войны погибло более 85 тысяч врачей, санитарок, медсестер. И несколько сотен студентов медуниверситета решили почтить их память. Все они идут молча, и никто не покидает строй. Акция «Дорога милосердия» проходит в седьмой раз. Идея возникла у студентов Барнаульского медуниверситета. В этом году ее поддержали в Томске. Линия бессмертного полка, она продолжается, но уже в профессиональных направлениях. Я думаю, это поддержано будет в стране. Финальной точкой шествия стала Площадь Победы. Там будущие врачи возложили цветы к мемориалу Славы. В память о тех, кто лечил раненых красноармейцев не только медикаментами, но и ласковым взглядом. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.